Бежим. Надо найти мой город. Капец, я потерялся. Мне надо было идти за этими дурацкими грибами. Капец! Тут воли! Что мне здесь делать? Что мне... Может, есть какой-нибудь план? Что мне делать? Может, как-то лодку надо скрафтить? Как добираться до Нижнего Кузьминска? Ну, иди! Надо скрафтить лодку! А вдруг из чего? У меня еще нет предметов, у меня один нагрудник. И все. Кажется, нужно придумывать план. Блядь, такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. Ну только какой план? Может, из этого песка? Главное, сейчас ночь. А то будет ночью очень холодно. Может, пока искупаться? Точняк. О, водичка теплая. Я ж плавать-то не умею. Но я все равно недалеко от берега. Вау. Ура. Ура, водичка. Давно не купался. Вау. Может, так руками доплыть до Нижнего Кузьминска? Не точно. Надо как-то думать. Что делать? Может, позвонить спасателям? Я тупой. У меня же нет тут телефона. Я здесь навсегда была. Ну а вдруг кто-нибудь додумается меня спасти? А вдруг не додумаются? Я здесь погибну. Идея. У меня же микрофон на наушниках, а это микрофон ФСБ. Че я сейчас вообще милю? Вообще ладно, просто буду бегать по этому пустыне, голодным. Боже мой, да всем насрать! Пить вода есть, но соленая. Но я люблю соль. Соленая. Я буду пить соленую воду. И еще, если еще дождь пойдет, я из глины сделаю стаканчик. Я буду пить дождевую воду. Ну блин, ну а как, где глину-то достать? А если я буду пить из глины, а глина грязная? Как-то я об этом не подумал. А может, как-то ее можно чем-то... Ну как? Бактерии убрать? А, думаю, что надо делать на необитаемом острове. Я не знаю, что делать на обитаемом острове. Это все, это конец. Ладно, что поделаешь? Пойду воды налью, что ли. Мне как раз на бутылке осталось от Пепси. Набирайся, что она такая густая? Набирайся, вода тупая. Да! А, последняя банка. Я думаю, эта вода вкусная. Надо ее попробовать. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Пусть мой крик разносит эхо квас, закамский высший класс. Ай, этот квас родной, он любимый и живой. Освежает и бодрит квас закамский и тахит. Какая она соленая. Фу, блин. Фу. Что мне делать? Блин. Надо покупаться. Скорее, холодная вода! А как выбраться? А что она такая холоднющая-то? Блин.
самому-то жарко. А, ну теперь было до этого. А, почему такая вода-то холоднющая? Было же вот. Может, она просто соль охладила? Блин, что мне делать-то теперь? Может, все. Солнце-то уже спускается вниз. Что мне делать-то? Ночь сейчас наступит. Нужно строить себе домик. В этом я специалист. Он будет у меня какой-нибудь крутой. Ну как крутой? Не такой, как крутой. Ну, для нормального дома пойдет. 5 minutes later. Ну все. Первое, жилище. Тьфу, я уже даже заикаться начал. Так, а что там на улице? Пожили и хватит. Там просто монстров много. Там крипер был, а он бы сейчас взорвался бы. А я не хочу взрыва. Надо даже как-то лечь, поспать, что ли. А как тут без... Холодно. Я уже дрожу даже. Холодно. Может даже... Так, а что мне делать-то? Блин. Давай, Кирилл, думай, как от этого обитаемого острова выбираться. Как? Воды-то мало вообще совсем. Совсем воды мало. Это эту фигню-то надо выкинуть. Что делать-то, что делать? Надо думать. Надо думать, что делать. Этот дом не на первый день. Он может развалиться от холода, но и от ветра. Он уже вон весь шатается. Как поспать-то? Ладно, лягу вот так как-нибудь в уголок. Вот, прижусь и буду спать.